Всем привет! Сегодня мы покажем распаковку вот такой большой штуки. Доставили нам ее до транспортной компании даже. Все четенько. Так что давайте открывать, смотрим. Вот так вот все упаковано, прям со всех сторон, чтобы ничего не повредить. Такая вот упаковочка, да? Где-то ее вскрыть, чтобы меньше повредить. Пальцы приклеились. Так, ну что, значит, смотрим. Значит, в наборе у нас инструкция, user manual. Так, тут, значит, все показано, какие лезвия, как ими пользоваться, как двигается эта штучка. Сюда явно засовывается фрукт или какой-то овощ, да, и он и натирается. Значит, тут у нас есть подставочка. Одна, да, чтобы все было под наклоном, получается. И вот так он катается. Соответственно, этим происходит терка. Там внутри находится лезвие. Так. Ой, все попадало. Да, вот так он раскрывается. Вот так. Оп. И меняется лезвие, которое мы хотим. С другой стороны у нас вот такие вот переключатели. Тут открывается такая штука, и здесь поворотом меняется лезвие. Ой, вот оно, лезвие. Все в пазик как-то выходит. Ну-ка. И что-то мне больше оно не зашло в пазик. А, ее чуть приподнимаешь и крутишь. И потом она опускается и фиксируется. Значит, так мы ее оттягиваем, да, и уже переключается режим. Вот они. Вот. И в зависимости от режима появляются вот эти зубчики. То есть они все больше и больше и больше. Из-за этого, видимо, будет рисунок разный на картофане. Вот. Все, закрываем фиксатор, получается. Так, а здесь у нас... И здесь меняется, да, режим. Так, вернемся вот к этой штучке, да? Так. Мы ее сняли. Можно теперь одеть, наверное, да? С такой стороны. А вот она просто одевается, эта штучка открывается. И как это засовывается? И вот засовывается сверху, да. Вот здесь вот так вот выезжают иголочки, зажимается картошка, помидорка. Опускается вот так вот. И вот так вот натирается. Вот такая вот хитрая штука. Наверное, прикольно, да, будет посмотреть, как будут нарезаться фрукты, овощи и все остальное. Интересно, да. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!